Одинцовские единороссы обсудили с руководством Старогородковской школы спортивной акробатики возможность открытия ее филиала в Барвихе. По словам исполнительного секретаря местного отделения партии Ларисы Белоусовой, поселку остро не хватает спортивных секций для детей и подростков. Обсуждение вопроса прошло в рамках партийного проекта «Детский спорт». Руководитель спортивной школы Тимураз Гургенидзе поддержал идею и обещал в ближайшее время осмотреть зал в спорткомплексе Барвихе.